ночную уборку улиц. Тут, конечно, мало. Обычно это намного глобальнее. Но прикольно смотрится. Так, где-то машинка была сзади. Сейчас я благополучно врежусь. Так, тут у нас здание полиции. И, кстати, знак, видите? Я паркуюсь. Еще борзела. Надеюсь, на ночь глядя на никто штрафовать не будет. Сейчас надо отсюда выехать. Это будут маленькие красивые машинки. О, так. Тут раньше вот этот вместо этого сугроба стоянка была. Еще такой же с той стороны. Здесь стоянки. А что-то мне тут темнее. Темно как-то. Так, где у меня тут... Ай, не вылезти. Бляха-муха. Потому что тут понагребли гребней. Ой, кто-то кого-то повез. Так, сейчас все уедут. И я поеду домой. Только вот выберусь, вот гребни понагребли, мне не выбраться. Так, трактор, который гребни понагреб. Один есть-то? Почему его не видно на видео? Вот он уже стоит. Вот так они кучки понагребают посреди дороги. Вот так вот мы едем в одну колею потом. Администрация. И вот так мы... О, это наш этот Ледовый дворец строят. Плохо видно. Вот они все кучки. Сгребленные. Еще не видно. А то бывает едешь как это... Ну, не по туннелю, а по серпантинке. Ночью вот у нас чистят. Красиво. Все сгребли уже. Нечего показывать. Надо как-нибудь снять, как между кучек лавируешь между кучек. И опять надо кому-то позвонить. Обязательно. Люди, я сейчас перезвоню, подъезжаю уже домой. Хорошо. Раньше без 10:09. Без 10, без 15. Хорошо. Ага, давай, ладно. Угу. Мимо кучков проехала. Так. Ну что тут? Неинтересно. А на Олимпийской уже не подгребают. Сейчас посмотрим, что у нас там с уборками дорог. Все, я поехала домой. Что-то как-то непонятно. Вот так. Нет, тут не очень выбрано, кстати. Барханы. Барханы наши. По краям дороги. Прикольные. Нет, тут не убирали. Это все по центру гребут. О, барханчики. Так, тут темно, не видно. Мне вообще видно немножко. Сверкает огнями. Нет, сверкает огнями, кстати, шашлычка. Я говорю, в доме ее. А это шашлычка. Так, а это... Нет у меня тут товарищей. Этих, как их зовут? Милиционеров. Есть. Ну, вот так вот мы проедем мимо. С гордо поднятой головой, не пристегнуты. Это хорошо, что они заняты. Кем-то уже нарушившим.
Не спится. В 11 часов, блин, не спится. И дома подъехать можно. Осторожно. Осторожно, можно. Так, что у нас тут? Тут тоже вроде как почищено. Сейчас посмотрим, что во дворах. Что во дворах? Каша во дворах? До дворов еще 100% не добрались. Я даже не знаю. Поеду-ка я сюда. Ну ничего тут. Не пойму, катались что ли? Нет, чистить не чистили. Да, наверное, переметы были. Вот где-то было нормально. Сейчас так немножко поскачем по сугробикам. Ну ничего, хоть доехать можно. А то что бывает вообще все печально. Печально. Тут может из-за поворота выскочить кто-нибудь, поэтому дальний включаем. Кто не выскочил. Вот он, спасибо. У нас тут более-менее. Тут вылизывали несколько дней. Нам повезло. Самый сильный буран. У нас была запланированная чистка. Даже местечко у меня есть для парковочки. Ничего себе. Подфартило. А так вообще у нас что? Да очень даже ничего. Красиво. Вот это что там понастроили. Не, у нас это дорога.